сквер. Не знаю, видно, вот сквер семейный. И такая вот арка. Это вход центральный. И вот такой вот при входе, видите, уголок счастья организовали. Так, прочитаем, что здесь написано. Грантовая площадка ТОСа Невельский. Невельской. Председатель. Девочки, не пойму. Щукина Людмила Яковлевна. Ну, мне так показалось. Тут или какие-то буковки, да, тут, видите, две буковки упали. Грантовая площадка ТОСа Невельской. Председатель Щукина Людмила Яковлевна. Вот так, уголок счастья. Вот. И здесь традиционно повязать ленточку на счастье. Когда кто-то обручился, вышел замуж. Видите, здесь разные замочки. И вот такие вот есть интересные замочки. Видите, девочки и мальчики. Вот такие красивые замочки здесь разные есть. Вот видите даже как. Какие оригинальные покупают замочки. Ну что ж, дай Бог счастья молодым семьям. Ну, кто-то просто ленточку повязал. Вот. Маленькие вот такие замочки. Вот такой маленький замочек есть. Вот. Экстра секьюрити. Ну что ж, хорошая задумка. Мне нравится. А как вам? Пишите в комментариях, понравилась ли вам моя прогулка. Девочки, мне хотелось там снять одну площадку, но там столько мам. Вот она, видите, вдалеке за деревьями. Если ее немножко видно, тоже построили новую площадку. Ну, очень много мам, пап, детей. Не любят они, чтобы снимали. Не все родители любят этого, чтобы вот так вот брали и снимали. Прямо на улице, назойливо, с камерой кто-то незнакомый. То есть у нас как-то особо это не приветствуется. Но так вот издалека что-то, если видно, я вам показала. Друзья, у нас очень жарко стало. Я тепло оделась. Куртки. Мне уже жарко. Я бы уже сняла бы ее и положила куда-то. Ну, не хочется ее тащить. Сейчас, девочки, немножко посижу, передохну. И пойду в магазин. Хочу зайти в Фикс Прайс. Посмотреть там кое-что. Что-то интересное выбрать. Не хочется. Я хочу посмотреть там штатив, девочки. У меня есть уже один штатив. Я потом обзор сделаю на штатив. В общем, хочу, девочки, зайти, посмотреть там кое-что, купить кое-какие продукты. Вам все покажу, расскажу потом. И обзоры сделаю Фикс Прайсу. У меня готовится этот обзор. Обзор будет интересным. Не пропустите мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Добрый день, дорогие друзья! Хочу провести обзор небольшой. Девочки, вот неспроста вам показываю свой чайник. Вот этот вот. В общем, я купила себе новый чайник. Купила в магазине его Доброцен. То есть я была сейчас в магазине Доброцен. И купила там электрический чайник. Сейчас я его заполнила, девочки.
и проверяя его, как он включается, отключается, в общем, нормально ли он функционирует. Вот этот чайник мне, конечно, долго прослужил. Ну вот. Он еще, девочки, рабочий, но у него уже проблемы. У него уже нет здесь сеточка, вот видите, все там уже сеточка нету давным-давно. Края, видите, уже деформированные у него в чайнике. Вот пластик уже там практически все уже. Я смотрю, он сыпется, этот пластик. Мало того, он еще протекает. То есть набираешь определенное количество воды, и он начинает протекать. Служил он мне чайник. Он и сейчас работает еще, но я уже не хочу им пользоваться, потому что это опасно, так как он протекает. Вот. В общем, я считаю, что все, он уже давно вышел из строя, и пластик у него уже сыпется. И уже давно присматривала себе, девочки, чайник электрический. Ну вот сегодня мне как бы повезло. Цена у него довольно-таки низкая, у этого чайника. Там был еще другого плана чайник. Был он чуть-чуть подороже. Он был стеклянным, корпус у него был стеклянным. Но я выбрала именно этот чайник. Из нержавеющая сталь, автоматическое выключение, современный дизайн. В общем, девочки, на 1 литр 800. Литр 800, да. 1 литр 800. Сейчас я посмотрю, какая цена у него. Если я не ошибаюсь, 315 рублей. Секундочку. Вот, девочки, чайник электрический. 314 рублей 84 копейки. Так что я почти не ошиблась. 315 рублей округлила. Так, чайник мой уже почти практически закипает. Сейчас он должен отключиться. И если все нормально, он отключится. Значит, чайник у меня в норме. Так сказать, девушка мне сказала, чтобы я сохранила чек. И если что-то будет не так, то можно принести обратно и поменять. Вот. Я уже замучилась со своим этим чайником старым. Все, девочки, он отключился. Я довольна чайником за такую цену. В общем, я счастлива. Ну, а кому хочется купить чайник с корпусом стеклянным, также он есть там в доброцене. И такой же есть чайничек по цвету стеклянный. Ну, уже стеклянный чайник продается за 500 с лишним рублей. Почти 600 рублей он стоит. Если кого-то устроит такое, такая цена за такой дизайн, можете посмотреть и себе приобрести. Я чайником довольна.